Наталья Тарас, 12 лет, живут и работают в Нью-Йорке. Они музыканты группы Discrete Encounter. С английского языка на русский название переводят как «отдельный контакт». Тарас родился в России, Наталья в Украине. Он пишет музыку, она слова к песням. Близкие Тараса живут в Рыбинске, что и стало поводом его приезда в город и проведения здесь концерта. На интервью ребята показывают свой последний альбом «To Be One», в переводе «Быть единым». По концепции это внутренний поиск себя. Есть песни, которые так и называются «Встреча с собой». Это, в общем-то, объединение сознания личного в сознание, скажем, Вселенной. За плечами у ребят уже несколько альбомов. Первый вышел в 2002 году на русском языке. Остальные англоязычные. Группа играет техно-рок. Есть и другие определения жанра. Электрокабаре, техно-метал. Это экспериментальное направление в музыке. У нас не ограничено по возрасту абсолютно. Очень много и слушателей совершенно разных возрастов. В особенности это видно на интернете, тот же MySpace, допустим, сайт, где из разных стран люди совершенно разных возрастов. Соответственно, кто-то, каждый что-то находит для себя. Сотрудничаем достаточно тесно с различными диджеями из Европы, из Берлина, Восточной Европы. Вот. И в ближайшее время, по возвращению в Нью-Йорк, мы собираемся выпустить сборник ремиксов. Ребята хотят еще раз приехать в Россию осенью. Они планируют выступить на фестивалях в Москве и Санкт-Петербурге, а также навестить Рыбинск. Говорят, в Нью-Йорке отвыкли от русской природы. Мы в полном восторге от местных даров природы, грибы, рыбалка. То есть мы получаем огромное удовольствие здесь. I'm not alone.